Здравствуйте, меня зовут Костя, я студент 5-го курса Мехмата МГУ. Меня зовут Настя Новикова, я учусь в МГУ, я с проекта «Техносфера». Меня зовут Владислав Ефимов, я из «Техносферы». Я увлекаюсь программированием уже где-то 5 лет, и «Техносфера» дает возможность как-то профессионально развиваться в этом плане, дает очень интересные курсы по программированию, как на C++, так и на Питоне. Учитывая то, что я очень хотел изучить Питон, мне это было очень интересно. Ну и плюс какие-то знания алгоритмов, связанных с большими данными, это тоже достаточно интересная тема. Хочется как-то расти в эту сторону и профессионально развиваться. Мне кажется, что это очень хороший шанс, чтобы получить новые знания и сразу применить их на практике. К тому же для студентов «Техносферы» есть шанс попасть на стажировку в Mail.ru. Получить новые навыки, какой-то профессиональный опыт от людей, которые уже в этой сфере прокачаны. Два года обучения — это на самом деле не очень большой срок, учитывая то, что у нас в МГУ теперь преподают 6 лет. Вот. Но я считаю, что на самом деле это очень полезно, и по мере того, как продвигается, скажем так, года, ты узнаешь что-то новое, начинаешь работать в каких-то проектах. За эти два года, что мы будем учиться в «Техносфере», я приобрету много навыков, знаний и полезных знакомств, которые мне в будущем очень помогут. Будет, наверное, несложно найти какую-нибудь после этого стажировку, возможно, и какое-то хорошее место работы, например, здесь же, учитывая полученные навыки, знания. В «Техносфере» я ожидаю хорошего общения с такими же хорошими людьми, возможно, какого-то, не знаю, профессионального роста, опять же, вот. Но в основном, как бы, это получить для себя новые знания, завести новые знакомства и, может быть, не знаю, там, определиться с местом работы в будущем. Я думаю, что я смогу найти друзей-единомышленников, с которыми мы будем, вполне возможно, в будущем работать вместе. Также, в принципе, получить много положительных эмоций, так как помимо образовательной самой программы проводится много интересных мероприятий. Развить какие-то еще свои, наверное, коммуникабельные какие-то способности. Не знаю, вообще узнать что-либо новое, возможно, не только связанное вот именно там, с обучением, с программированием, с математикой. Очень милое мероприятие, мне все очень нравится, вот, и достаточно здорово все сделали. Тимбилдинг — это всегда хорошо. Сегодня мы здесь собрались, у нас командная игра. Я думаю, что это отличный шанс хотя бы начать знакомство с коллегами по проекту и вообще неплохо провести время. Это было круто. Было очень динамично. Может, поначалу как-то все так немножко стеснялись что-то, вот какая-то была неуверенность, а потом вот такой азарт появился.